Земля и люди. Менавіта так визначають головные ресурсы у Октябрьском районе. Людям – годные умовы працы, господаркам – моцных керовников. И тогда каждая слабая фирма, например, сможет стать лидером. На словах все просто, а как это у вас обіці отримать выник? Об тем, что робить у сельхозорганизациях Октябрьского района, каб нарощивать объемы вытворчості, доведалася Марина Джалая. Ганні 22 года. Сама с Бобруйска. Скончила Белорусский гандлево-экономичный университет. Отримала спеціальність юриста і по розмеркуванні трапила у Октябрьский район. Дівчину ми застали не з паперами перед комп'ютером, а з вілами на фермі. Поїла телят і зграбала сена. Оказывается, свою кабінетну працю, якої не так і шмат, вона виконала і прийшла допомагати на ферму. Руки у господарці лишніми не бувають. Коли твоя робота, в принципі, зроблена, ти можеш піти на добровольних основах. Ну, естественно, это каким-то образом поощряется надбавками или премиями, еще чем-то. Вот, можешь пойти и помочь просто на других структурных подразделениях. Иногда что-то подкрасить, иногда что-то подбелить, где-то подкормить телят, когда основной работник в отпуске или заболел, или на выходном. Ну, интересно, на самом деле. Иногда сложно, потому что приходишь с самого утра и работаешь жарко, либо слишком холодно. Иногда забыл перчатки, иногда забыл сапоги. Работа непредсказуемая. Но интересно, действительно интересно, скажем так, просто осознаешь свою необходимость какую-то и, ну, действительно очень нравится, когда это встречает какое-то одобрение со стороны руководства, что вот ты такой молодец, ты пришел, помог. І не отсиживаешься там в конторі за своїми якоби бумажками, які на самом деле всі переділені. Старшиня Гомельського облвиконкама Геннадій Соловей доручив кожному старшині райвиконкама по одній остаючій господарці реконструювати і вивести на більш прибутковий режим праці. У Октябрьському вибір випав на молочно-товарну ферму «Любань». Яна одна з трьох у складі сільгаспредприємства «Бумажкова Агра». Складаність у тим, що ці три об'єкти розкидані по районі. Відлегласть поміж ними від 10 до 25 кілометрів. Півтори роки тому господар узначалі у Миколай Верас. І з того моменту на предприємстві розпочалися відавочні змінення у становчий бок. По-перше, стали наводити порядок і займатися будівництвом. По-друге, висіли нехарактерні для району рослини, наприклад, сланішник і сою. А ще засіяли землю навокал чотирьохкомпонентними травами, каб яни росли одна за другою і був корм живьолі. Дарешні, нова ферма тут будується одночасово з витворчістю. Вивести живьолу на гетий час нема махчимості. За пошні півтори місяці тут змінили огороджі, побудували нове выгульные пляцовки, реконструировали хлеб для утримания молодняка. И это далеко не весь пиролик зробленного. В прошлом году нам безвозмездную помощь оказала домостроительный комбинат Гомельский. В этом году тоже шефскую помощь на строительство, потому что финансовых возможностей у хозяйства нет для того, чтобы все покупать. Материал тоже пытаемся где-то что-то с нефтяниками договариваться, чтобы железо там, пиломатериал, своя пилорама, поэтому тоже удешевляем, чтобы где-то не идти к частникам покупать пиломатериал. Ну, своя бригада есть строительная, 6 человек. Ну, пытаемся как-то своими силами. З Любані едем у господарку Дербін. Яна узорная. Тут зроблена і побудована бадай усе тое, до чого треба імкнуться остатнім. Організація керує Сергій Якуш. Некалі гэтая господарка была самой дробной у районе. Каля 1000 галубы нора гэтай жывёлы і амаль 2000 гектараў сельгазугоддзяў. Зараз пагалоя павялічылася утрая. Плошы угоддзяў на 50%. І господарка развіваецца далей. Собираемся здесь еще один сарай строить. На следующий год еще один сарай. Наращивать пагалоя крупные. На рота скота. Есть скот, есть деньги в хозяйстве. До скольки можно дорастить, вот, учитывая площади? Ну, ловить можно? Нет, нельзя. Сельхозугодия здесь в округе уже негде взять, чтобы их прокормить. Надо ехать за 70-80 километров. Это очень экономически не накладно, не рентабельно. Поэтому... 20. Да, где-то порядка 3500 можно увеличивать. У Октябрьском районе проживает около 14 тысяч человек. Полова непосредственно у городским поселку, а остальные у вёсках. Основный накерунок как раз сельская господарка. Площа угодья около 43 тысяч гектаров. На территории района працует 8 сельхозпредприемств. Из них ни одного стратного. Марина Джалая, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского района.